Илья, поздравляем. Чуть-чуть запоздал, да, с переходом в «Авангард». Какие испытал эмоции, ощущения, когда перешел в омскую команду? Ну, эмоции, естественно, положительные. Команда нацеливается на серьезные задачи. Приятно здесь находиться. Достаточно много друзей у меня здесь проживает в этом городе. И здесь еще будет хорошая поддержка, и мы будем радовать болельщиков. Играя во Владивостоке, ты вышел на лидерские позиции в команде, тебя вызывали в сборную, такой карьерный скачок произошел. Какими сильными качествами ты усилишь команду, чем планируешь порадовать болельщиков? Буду выходить, просто продолжать делать свое дело, выполнять свою работу, наверное. Скорее всего, то, что будут требовать от меня тренера, и там уже будет видно. Ну и... Глядя на твою игру, и судя по статистике, видно, что ты на пас не жадный. Это так? Ну, наверное, просто с партнерами повезло. Так шайбу кидал в разные стороны, видишь, они забивали. Ну, тут с партнерами тоже, наверное, повезло. Играют твои знакомые Паршин, Широков. Не один год, наверное, вместе на льду провели. Будешь рад, если с ними будешь в тройке? Да, буду рад хоть с кем играть, поэтому надеемся на самый лучший сезон покажет. Какие твои ожидания от сезона? Уже многие сказали, что хотелось бы что-то выиграть. То есть, чего ты ждешь в плане результата? Честно скажу, такое предчувствие какое-то хорошее, наверное. Думаю, что будем бороться за кубок. А по-другому, я думаю, даже не стоит собираться и выходить играть. И все ребята понимают, хорошая команда. Поэтому, еще раз повторюсь, будем работать на все 100. И там как боженька даст. Не раз уже играл в Омске, что можешь сказать про арену, про поддержку, про болельщиков? Тебе здесь играть? Понял твой намек. На самом деле всегда приятно здесь играть. Насколько я знаю, хоккейный город и хорошие болельщики. По поводу арены тоже ничего плохого сказать не могу. Хорошая арена. В принципе, и город неплохой. Вчера уже сходил, погулял, посмотрел. Пока все нравится. Единственное, жарко сильно. А так все супер.